Недостроенную заправку около 41-й школы наконец начали демонтировать. После многочисленных просьб и писем от местных жителей были убраны металлические конструкции, которые угрожающе накренились. Как пояснили в городской мэрии, провести эти работы раньше не представлялось возможным из-за промерзания грунта. Отметим, что сноса заправки родители учеников начали добиваться еще в конце прошлого года, после того, как губернатор вмешался в ситуацию и распорядился остановить строительство рядом с учебным заведением. Городская мэрия предложила застройщику альтернативный вариант для размещения АЗС. В настоящий момент предложено место по предоставлению для автоматической заправочной станции на улице Станкостроителей. Это перспективная улица, которая впоследствии будет являться объездной. Инвестор до настоящего времени рассматривает это предложение.